И за звука не боюсь. Все об этом знают, я не зря хвалюсь. Все об этом знают, я не зря хвалюсь. Я зайчик, 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 скачу, скачу, скачу. Я солнечный и значит скачу куда хочу. Я солнечный и значит скачу куда хочу. Yes.
солнышком проснемся, побежим на речку, то вперед. Солнце улыбнется, солнце засмеется, и со мною вместе песенку споет. Теледон, теледон, на песке у речки, теледон, теледон, нарисую дом. Солнечные зайчики, словно человечки, будут жить, поживать в домике моем, будут жить, поживать в домике моем. Мы весь день у речки с солнышком играем, к вечеру устанем, спать пойдем. Ну, а завтра снова рано утром встанем, побежим в припрыжку, песенку споем. Теледон, теледон, на песке у речки, теледон, теледон, нарисую дом. Солнечные зайчики, словно человечки, будут жить, поживать в домике моем, будут жить, поживать в домике моем. Засмеется и со мною вместе песенку споет. Теледон, теледон, на песке у речки, теледон, теледон, нарисую дом. Солнечные зайчики, словно человечки, будут жить, поживать в домике моем, будут жить, поживать в домике моем.
утром солнышко проснется, городом и селом улыбнется, улыбнется рощам и полям, улыбнется всем моим друзьям. Улыбнется рощам и полям, улыбнется всем моим друзьям. Теплый дождь прольется над землею, вспыхнет небо розовой духою. Весенной породует друзей. А веселый маленький ручей весенной породует друзей. Ночь летит нам доброй синей птицы, засверкают яркие зорницы. И покажет тоску для друзей. Выйдет и несет звездный чародей и расскажет сказку для друзей. Thank you.
надежды, солнцем надежды, светятся звезды Кремля. Сила нашей дружбы, нашей дружбы, крепче с каждым годом. Правду не задушишь, не задушишь, прочили под кожу. Дружной семьёю все люди труда, станьте стеною, станьте стеною, станьте стеною за мир навсегда. Наше бессмертное знамя перед планетой Земля. Нам маяками, нам маяками светятся звёзды Кремля. Здравствуйте, люди! Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через 2 недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нету. В январе будет ровно 3 года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нету. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас тут унитаз есть, коляска есть, добрые люди подарили, но на улицу мы не ходим, так как живем на 5-м этаже, мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванной, с горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание, здоровья вам и вашим близким.